Ранней весной у меня начинается ломка. Руки чешутся, уже охота ковыряться в земле и что-нибудь воткнуть, например, лук-севок или посеять семена. Для этого компания Башинком создала новое удобрение, чтобы быстрее снег таял. И еще преимущество этого удобрения: на 2 недели раньше тает снег, это первое. На второе еще уменьшаются сорняки, будет намного меньше сорняков на грядках. Препарат теплород-плодород – это дар доисторической природы современным поколениям. В нем сконцентрирована энергия солнца и питательные вещества минувшей эпохи, когда на Земле господствовали джунгли и бродили динозавры. Все элементы питания, которые вобрали в себя ископаемые растения, теперь доступны нам. Теплород-плодород изготавливается из ископаемого гумуса и содержит в себе крайне необходимые растения элементов – углерод, азот, серу, кальций, железо, селен, йод, цинк, медь и другие микроэлементы. При внесении в почву успешно перерабатывается микроорганизмы в питательную среду для растения. Содержит в себе гумус в различных фракциях, что позволяет добиться как мгновенного, так и пролонгированного эффекта от применения. Препарат обогащен полезными бактериями, которые активно перерабатывают его в доступные для растений соединения и защищают от инфекционных болезней. В препарат входит ископаемый гумус, фитоспорин и всеми известный гуми. А также преимущество этого удобрения: он мульчирует почву и защищает от ультрафиолета все микроорганизмы, живущие на почве. А также предохраняет почву от пересыхания, он оздоравливает почву, начинает фитоспорин работать. Спросите, как этот препарат помогает уменьшить сорняки? За счет гумуса и раннего прогрева почвы, получается, сорняки всходят намного быстрее. И поэтому, как только ростки сорняков появились, нужно пройтись под ним граблями. Через неделю появятся новые ростки сорняков. Их тоже необходимо удалить. Повторить процедуру до посадки огородных и садовых культур, и сорняки вас будут намного меньше беспокоить. Две упаковки нам хватило на 2 большие грядки, чтобы раскидать. Переходите на современное органическое земледелие, и просьба, отправьте это видео, пожалуйста, огороднику.